чакра Вишудха. Это некий мост между тем, что мы думаем и что мы чувствуем. Если она гармонична, то тогда наши чувства в балансе. Вишудха – это центр нашего истинного голоса, вашего выражения, вашей правды. Первый элемент – эфир. Огромное пространство, из которого рождается все, это эфир. Цвет – серый. В некоторых источниках упоминается, что голубой. Форма буквы О или круга с отверстием внутри. Биджа-мантра «Хам». Чакра заблокирована, если у вас есть чувство тревоги, что никому нет дела до вашего мнения. Вы не можете выразить свои чувства и мысли, не способны сказать до конца правду, свои мысли, эмоции. Особенно это касается близких. Если вы не можете разговаривать на чистоту со своими родителями, мамой, папой, мужем, женой, детьми, друзьями, учителями. Если вы не честны сами с собой. Если у вас есть проблемы с зубами, языком, горлом и щитовидкой. Позитивные утверждения. Я свободно выражаю свои мысли, идеи, эмоции тем, кто меня окружает. Я обладаю прекрасными способностями коммуникации с окружающим миром. Я говорю правду, даже если она для кого-то некомфортна и неудобна. Я честен самим собой. Медитация. Садитесь удобно, закрывайте глаза и делайте несколько вдохов и выдохов. Переносите свое внимание на область горла. Представляйте, что перед вами сидит ваш самый лучший друг. Это может быть реальный человек или воображаемый, но это должен быть человек, которому вы можете рассказать абсолютно все. Почувствуйте, как он спрашивает вас о вашей жизни, как у вас дела, о том, как вы себя чувствуете, что вы думаете. Расскажите ему все, что вам хочется рассказать, то, чего вы не рассказывали никому или боялись открыть. Знаете, это ваш самый верный друг, и он все выслушает и никогда не предаст вас. Мысленно рассказывайте ему все, что хочется рассказать. Когда поток слов иссякнет, поблагодарите друга и попросите помедитировать вместе с вами. Повторяйте про себя. Хам, 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 хам. Представляйте шар белого, затем серого или голубого цвета в форме буквы О в области горла. Поблагодарите вашего друга и обязательно отправьте ваши улыбки и приветствия всем тем, кто медитировал вместе с вами. И положите ваш опыт в некий энергетический шар, то общее, что сформировалось за несколько дней медитации. И возьмите из этого шара то, что вам нужно именно сейчас. И скажите про себя. Я люблю свою горловую чакру. Я люблю свободно выражаться. Я говорю правду. И сделайте вдох, выдох. Когда будете готовы, открывайте глаза и завершаете медитацию. Медитация мудра для исцеления чакры Вишудха. Скрестите пальцы рук внутри ладони. Кроме
больших пальцев. Соедините кончики больших пальцев и слегка приподнимите их. Сосредоточьтесь на своей горловой чакре, основании горла. Произнесите слог «хам, хам, 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 хам». Делайте это в течение нескольких минут, до тех пор, пока вы не почувствуете, что ваша вишудха пробуждается. Затем опустите ограничивающие убеждения. Проговаривайте следующие слова. Я отпускаю установку о том, что я не имею власти или авторитета. Я отпускаю страх, что не могу громко говорить. Я отпускаю модель, когда я позволяю другим говорить за себя. Я отпускаю злость на то, что я не могу найти слов. Я отпускаю страх того, что я позволяю другим словесно господствовать надо мной. Я спрашиваю себя, чего я боюсь? Я отпускаю установку, что говорить не имеет смысла, что меня не слышат, мои слова неправильно поймут. Я отпускаю боязнь сказать «нет». Я отпускаю страх говорить честно. Я отпускаю страх того, что я не захочу услышать этого. Страх спорить, что я боюсь спорить, что я не слышу этого. Боязнь конфликтов, страх дебатов. Страх слышать слишком много голоса. Я отпускаю весь гнев и злость, скопившийся в горле, сдерживающие энергии. Я перестаю отдавать всю власть ради избегания конфликта. Я отпускаю невыраженные чувства. Я отпускаю острое недовольство, ощущение того, что я давлюсь словами. Я отпускаю страх того, что я не в состоянии проглотить мою реальность. Я отпускаю установку, что выражать себя неприемлемо. Я отпускаю стыд и всю вину, что у меня нет силы воли, что я не знаю своей правды, что я не могу говорить своим голосом, что это слишком большой риск. Я отпускаю ощущение, что я сдерживаюсь, не договариваю. Я отпускаю ощущение приступов беспокойства. А теперь произнесите аффирмацию. Я говорю правду, и меня поддерживают другие. Я сильный. Я в безопасности в своей семье. У меня есть право, сила выбора. Я творец своей жизни. У меня есть личный авторитет. Я сфокусирован. Я сбалансирован. Я делаю правильный выбор и принимаю мудрые решения. Я позволяю другим иметь свое мнение и свой выбор. И себе тоже. Меня уважают. И затем спускаем и открываем горловую чакру. Я открыт к тому, чтобы слышать. Я говорю ясно, по-доброму. Я то, что я хочу сказать. Я говорю важные вещи. Я позволяю другим говорить их правду. Меня поддерживают, когда я говорю свою правду. Мои слова поддерживают любовь и радость. Я существую. Я есть мое духовное Я. Мой выбор, который я делаю относительно жизни, служит наивысшему благу. Я благодарю тебя, Вселенная. Я создаю речь, которая отражает мои любящие мысли. Я открыто выражаю себя. Я всегда говорю нужные и правильные вещи должным образом. Я озвучиваю свои мысли. Мне безопасно выражать свои эмоции. Я способен проглотить свою реальность. Я понимаю, что происходит, и мне комфортно относительно того, что я выбираю тщательные слова. Я озвучиваю свои мысли. Мне безопасно выражать свои эмоции. Я понимаю, что происходит. Мне комфортно.